1 февраля парадное совещание началось с того, что губернатор Сергей Морозов обозначил направления, которые будут в центре внимания на предстоящей неделе. На повестке дня значится много вопросов, посвященных развитию образования и науки, здравоохранению, социально-экономическому развитию и реализации проекта «Умный регион». Особое внимание будет уделяться состоянию инфраструктуры. Начиная с этой недели, мы приступаем к последовательному рассмотрению в развитии каждого муниципального образования, что мы будем делать по улучшению состояния тротуаров, состояния дорог, состояние водоснабжения, состояние теплоснабжения, состояние уличного освещения и, конечно, все, что касается вопросов благоустройства. Непосредственно с вопросами здравоохранения связаны проблемы так называемых фафнориков. Борьба с ними в области ведется обширно и по разным направлениям. Неоднократно раздавалась критика в адрес предприятия «Гиппократ» в Муловке. Ситуация, как оказывается, не столь мрачная, как ее рисуют некоторые средства массовой информации. Есть там отдельные желающие, которые высказывают очень серьезные опасения того, как вообще чувствует себя поселок, и то, что предприятие очень серьезно воздействует и на саму социально-экономическую обстановку данного муниципалитета. При этом очень многие забывают о том, что динамика всех показателей там достаточно позитивная, и за последние несколько лет было вложено довольно-таки большое количество средств и в восстановление объектов образования, и в восстановление объектов, скажем, спорта и здравоохранения, в том числе в объекты жизнедеятельности коммунального хозяйства. Вместе с тем ведется борьба с продажей спиртных напитков, не оборудованных для этого местах. С 1 января вступил в силу закон о рюмочных. Сейчас уже можно подвести некоторые итоги его выполнения. Цель этого закона была приведение в нормативное состояние, в качественное состояние небольших таких вот забегаловок, так сказать, учреждений, которые по субботам, по воскресеньям, а где-то иногда чуть ли не круглосуточно на разлив продают, соответственно, алкоголь, значит, невзирая ни на какие правила и ни на какие, так сказать, нормы Санпина. Труднее всего обстоит дело в областном центре. В Ульяновске располагается 145 заведений, в меню которых входят алкогольные напитки. 44 из них не соответствуют приведенным в законе требованиям. К сожалению, только по трем объектам было принято решение самими предпринимателями о перепрофилировании этих объектов, поэтому у нас остается на сегодня 41 объект, который пока осуществляет свою деятельность. Всем будет предложено в ближайшее время привести свою работу в соответствии с нормами закона, либо в отношении них последуют серьезные штрафные санкции. После перешли, собственно, к вопросам здравоохранения. По словам руководителя регионального Минздрава Павла Дегтяря, на спад идет уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа. Основная регистрация заболеваемости идет в городе Ульяновске, где мы видим также значительное снижение, фактически на 10% по сравнению с аналогичным периодом. Соответственно, зарегистрировано всего 5090 случаев. Коснулся в своем докладе руководитель ведомства и ситуации с лекарственным обеспечением льготников. По состоянию на конец прошлой недели выдано лекарственных препаратов на сумму 65 миллионов рублей. Соответственно, аукционы, которые у нас уже состоялись, поставки по всем направлениям у нас пошли. Соответственно, запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан на сегодняшний день в аптеках на региональном аптечном складе составляет порядка 89 миллионов рублей. От частных вопросов к более общим. Область набрала хорошие темпы поступлением финансов в бюджеты всех уровней. Основной доход, как и прежде, приносит налоговые отчисления. В бюджет дополнительно поступило 400 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост доходов в полтора раза. С рейтингом социально-экономического развития Приволжского федерального округа ознакомил участников заседания вице-премьер Олег Асмус. Ульяновская область продолжает уверенно держаться в пятерке лидеров. Пятое место — Республика Башкортостан. А Ульяновская область заняла четвертое место в рейтинге социально-экономического развития. Лидеры в этом году — Татарстан, вот здесь стабильно, как бы. Второе место — Удмуртия, и третье место — Пенза. Ну, вот я, мое, как бы, восприятие Удмуртии и Пенза, это, ну, не то, что временно, не хочется так говорить, всем, как бы, хочется желать успеха. Но у них так, никогда такого не было. Никогда таких успехов высоких не было. Мы, если кто тоже за этим следит, помните, мы за последние годы ни разу из пятерки не вылетали. Губернатор призвал особое внимание уделять не только крупным игрокам рынка. Средний и мелкий бизнес также находится в приоритете. Если мы его не будем лелеять, если мы его не будем перед ними быть очень искренними и честными, то, вы знаете, ну, как минимум, так сказать, он переместится в другие регионы, что для нас тоже плохо. И еще хуже, если, так сказать, он перестанет быть вообще. И в заключение о сезонных вопросах.
На дворе еще стоят холода, но весна не за горами, а с ней придут и знакомые природные неприятности – паводок. На 2017 год прогнозируются три возможных сценария развития паводковой обстановки. Согласно наихудшему развитию паводковой ситуации, за 47-летний период мониторинга можно ожидать следующее. Подтопление на территории четырех муниципальных образований, частично 10 населенных пунктов, в которых расположено 254 жилых дома с населением 746 человек. К природным катаклизмам Ульяновская область готова. А это значит, что со всеми проблемами обязательно справится. Егор Цтов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.